Привет, человек! Сегодня в выпуске мы, как обычно, рассмотрим 10 прогнозов на халвинг биткоина от популярных криптовалютных блогеров. Обязательно ставь лайк и не забудь посмотреть наши прошлые выпуски. Возможно, там ты найдешь прогноз своего любимого блогера. Вася, включай заставку! Участник номер 81, Павел Колесников. На его канале вы найдете видеообзоры на высокорисковые инвестиционные компании, а также аналитику финансовых рынков, обучающие видео по теме MLM-бизнеса, инвестирования и многое другое. Он считает, что в мае мы увидим биткоин по $12,500. Троникс, наш следующий участник. На прошлой неделе его каналу исполнилось 2 года. За это время он успел отснять для своих подписчиков около 100 видеороликов. Среди них можно найти информацию о том, когда лучше всего ловить дно у альткоинов и что будет с ценой биткоина после халвинга. Кстати, его прогноз на майский халвинг не такой уж оптимистичный. По его мнению, в мае биткоин будет торговаться ниже отметки в $5,000, а если быть точнее, то в районе $4,200 и $4,500. Подробный обзор вы сможете найти на его канале, а его интервью вы можете почитать на нашем сайте. YouTube-канал про блокчейн. Наш следующий участник. Если вам интересно все новое и перспективное, а также вы всегда хотите быть в курсе самых трендовых направлений в бизнесе, образовании и личном развитии, тогда этот канал то, что вам нужно. Цифровые активы, токены, криптовалюты, майнинг, смарт-контракты, блокчейн-проекты, биржи и многое-многое другое. Обо всем этом вам расскажут простым и понятным языком, но, к сожалению, они не дают каких-либо прогнозов на криптовалюту, так как считают это делом неблагодарным. Но все же, несмотря на все это, они верят в рост в долгосрочной перспективе. Участник под номером 84, Игорь Синицын. На его канале вы можете найти много полезной информации. Обзор на торговые стратегии, советы и оценки ситуации на рынке криптовалют. Он рассказал нам, что в мае ждет биткоин в районе $2,000. Кстати, об этом он подробно рассказал в своем последнем ролике. Если вам нужны ссылки, то вы знаете, где их искать. Идем дальше. Джеймс Крипто, наш участник под номером 85. В этом месяце этому каналу исполнился год. За это время он успел собрать на своем канале более 3000 подписчиков. На своем канале он публикует обзоры цены и прогнозы по биткоину. Если вам интересно, будет ли дальнейший рост криптовалют, то вам стоит посмотреть его последнее видео. Он, как и многие другие блогеры, считает, что прогнозы – дело неблагодарное. Но в своем интервью для нашего сайта он рассказал, что в мае ждет биткоин в районе $15,000. Ходлит, наш следующий участник. Он ведет свой блог на портале TradingView с 2017 года. За это время он успел опубликовать более 200 торговых идей, которые оценили уже около 3000 раз. В своем интервью он рассказал нам, что на данный момент у биткоина присутствует крупное импульсивное движение от декабря 2018 года. А также фаза накопления, которая берет свое начало с лета 2019, что говорит в пользу продолжения роста цены. Но прежде чем давать настолько долгосрочные прогнозы, он хотел бы увидеть обновление последнего максимума цены. Ну что ж, идем дальше. Дневник трейдера. Еще один блогер с портала TradingView. Он ведет свой блог с 2018 года. Там он выкладывает преимущественно свои идеи по биткоину, не распыляясь на все подряд. По его мнению, в мае биткоин будет торговаться в диапазоне $5,500-$6,000.
У двух следующих участников нам не удалось взять интервью, но зато нам удалось взять у них прогнозы на майский халвинг. Прогнозы этих участников ищите на странице нашего конкурса. Кстати, там вы также сможете посмотреть, чей прогноз на данный момент ближе всего к актуальному курсу. Идем дальше. YouTube-канал «Человек из будущего» – наш последний участник на сегодня. На этом канале вы сможете найти огромное количество роликов по криптовалютной теме. Он ведет свой канал с 2017 года и за это время опубликовал там более 150 видеороликов. По его мнению, в мае мы увидим биткоин по 16 тысяч долларов. Подводя итог нашего 9-го видео, хотелось бы напомнить, что победители битвы будут объявлены 15 мая на нашем сайте. Также мы будем очень признательны, если вы пришлете нам прогнозы блогеров, за которыми следите именно вы. Это могут быть ссылки на видео или блог, в котором блогер дает прогноз на майский халвинг. Все ссылки присылайте в Telegram или на почтовый ящик. Удачи, человек! Будем на связи!